Итак, дорогие мои, приглашаю вас со мной вместе погулять по этому оригинальному, сказочно красивому китайскому саду. Здесь фигуры из цветов. И сегодня у нас 2016 год, это год обезьянки. Вот она, первая фигурка. Хризантемы. Царство. Это настоящее царство. Okay. Читаем, что за рыбки золотые. Thank you. Вот так, крупным планом. Вот, пожалуйста. И теперь идем дальше. Вон лилии и вот эти золотые рыбки. Сделайте у себя так же, дорогие мои. Вот по этому мостику гуляли цари. Короли. Мандарины. Все настоящее. Цветы настоящие, дорогие мои. Я сегодня заново родилась. Не знаю, как вы. Здесь в вечернее время тоже сказочно красиво. Вот это, обратите внимание, это струится, настоящий фонтан. А вот это монеты, китайские монеты. Вот есть возможность пройти. Это маленькие дворцы, маленькие домики. И вот он. Смотрите, струится. Каждому вам по такой монетке, и пусть она превратится в миллион. Это мое пожелание вам успешного этого года. Очень много гостей разных национальностей здесь. Окей. Thank you. Я все показываю верхушечку. И вот еще один. Вот он. Идем дальше. Thank you. Очень много снимаю видео. Снимают друг друга. Хочу сказать вам, что, конечно же, это царство обезьян. Вот обезьянки. Привет вам, обезьянки. Да вы красотуленьки такие. Прямо настоящие. Особенное место. И что у нас здесь?
И также у нас здесь золотые рыбки. Королевские персики. Отведать бы. Любимый мой плод. И вот она, королева. В тишине. Вот это палочки с благовониями. Струится прекрасный аромат. Восточный аромат, приятный. Любимые мои цветы калы. Свадебный цветок. Обезьянкам привет! Он настоящий бамбук. Вау! Хочу мандаринку. Хочу. Семья обезьян. Пусть все будут счастливы. И вы понимаете, какой характер у обезьянок? Like he's in the back room, like taking a knee. Тишину и покой нарушили
энергичные, молодые люди. Каждый год, если вы будете спешить сюда ежегодно, то вы не пожалеете, потому что здесь каждый год по восточному календарю изменяется. И будем ждать следующего года и спешить в Лас-Вегас. Вот так оформляются фигуры из цветов. Я стараюсь. Я не снимаю людей, стараюсь поднять камеру, чтобы в объектив не попадали гости, посещающие этот сад. Вот такая сказка. Это фонарики под потолком. Какая гармония цвета. Прекрасная. И я сюда хотела очень подойти, потому что все спешат сфотографироваться около этого ручейка. Вот этот вот такой фонтанчик. Струится фонтанчик в чашу с монетами. И превращаются эти капли фонтана вот в эти золотые монеты. Счастливый фонтан. Он с подсветкой. Дорогие мои, если вы будете здесь вечером, вот, вот здесь подсветка, и он светится. Вот он в движении, пытаясь уловить это движение. Читаем. Золото вам сполна, дорогие мои. Я желаю. Спасибо, дорогие мои, что вы были сейчас в эти минуты со мной. Я очень благодарна вам. Я хочу пожелать вам творческих успехов, дорогие мои. Счастья, большого семейного счастья, благополучия и золотых монет в каждую семью. Больше улыбок, взаимопонимания. Обнимаю и целую вас, дорогие мои друзья.